Мы с Аней познакомились в Могилеве на пятнашке. Уже я освобождался в 77 году. Короче, и Саню привезли. Он сразу рядом, короче, как-то вместе общались, все вместе. И так я освободился, а следом он. И рядом мы живем на Черняховке. Ну и получилось так, Сани все время вместе дела делали, он потом умудрился по кошелькам лазить. Короче, молодец такой был. Мы выходили с ним на трассу, я один кошелек, а он четыре. Таскал молочина. Потом на глубокое попал я, прихожу на особый режим, и Саня там. А он все чечетку учился отбивать, классно чечетку бил, молодец. Ну, веселый был пацаненок такой, даже не верится, что уже нет его. Он был очень веселый. Такой жизнерадостный. И мать его со мной дружила. Она на ковровом комбинате, там в красивом цеху. Я шмотки отдавал. Джинсы, что у меня были шмотки. Отдаю ей, она все покрасит. Охуительно дело. Тетя Надя. Ну, ко мне относились они как к родному. Я был у них все время, когда на свободе дом был. Потом он с Таней как-то сошелся. И я уже сидел, в Москву перебрался, какие-то дела там. Я не вникал. Ну, факт того, что с Таней сошелся, и Маша родилась, дочка. А это главное, это основное, что у Машеньки родилась. Вот, значит, не зря сходился. Мы с Саней работали сильно по трассе, вместе хуячили там, короче. Ну, не хочу про это рассказывать, у него дочка в Москве растет. Девчонка хорошая, Маша. И поэтому не хочу ничего криминального говорить. Он был отличный парень во всех отношениях. Был и другом, и сколько грел меня, и вкрытый возил. Передачи, телевизоры, все возил в Бродно, помогал мне. И, ну, а так, как человек он был изумительный. Как друг, охуительный. Я просто хочу сказать, у него дочка растет в Москве, а это главное. И жена там, и все хорошо. О нем беспокоится, о нем заботится, приезжают сюда, ухаживают за могилой с Москвы, а это дорого стоит, поэтому. И знаю, друзья его в Москве очень о нем заботятся, беспокоятся. Ну, мы будем по мере возможности беспокоиться, приезжать сюда. Главное, нашли его.